всех приветствую. У нас поступает в продажу Nissan Sirena 2018 года выпуска. Автомобиль гибридный, на полном фарше, бесключевой доступ, передний привод, отдельно открывается стекло, можно вместе с крышкой багажника открывать, электрические двери с обеих сторон, все открывается с кнопочки. Салон трансформер, сиденья двигаются как в бок, так и вперед-назад. Везде столики с поддержками для стаканчиков. Есть шторки. Задний ряд также имеет свои столики. По-разному складывается. Есть отдельный климат для задних пассажиров. Также сейчас кнопочка закрывается. Спереди, ну, руль, конечно же, в бардачке с правой стороны. Надписи «Сирена». Синий тант, как он говорит, что это гибрид. Разные документы японские, куча разных бардачков, везде выведены USB-порты, камеры 360, сигнализация при сближении, то есть она сама останавливается, климат-контроль, сама паркуется, роботизированная коробочка, так выглядит интересно. 64 тысячи километров родного пробега. Красивый автомобиль японского производства. Все стеклоподъемники, складывание зеркал. Здесь у нас обогрев руля, выбор режима движения, можно просто ехать на электротяге, ну, отключение двери, управление двигания. Есть какой-то автопилот, кожаный руль, в общем, зеркало, либо как монитор, либо как обычное зеркало. Также есть регистратор, управление светом. Эта штучка, она тоже, по-моему, передвигается, если не ошибаюсь. В общем, автомобиль с множеством опций, с множеством вариаций самого салона. Подогревы сидений есть, что немаловажно. Здесь подстаканнички, кармашек для всяких мелочей. Здесь тоже есть какой-то кармашек. В общем, автомобиль стоит уже на учете в России, растаможен, один владелец в России, так что можно смело покупать и ехать в Москве.